Амелия, у тебя сегодня запланирован поход к врачу. К какому еще врачу? Я не хочу к доктору. Да это врач-окулист, он тебе ничего плохого не сделает. Да, и что же он тогда будет делать? Он проверит твое зрение, глазки твои посмотрит. И что, все? Никаких уколов мне не выпишет, таблеток не выпишет? Да нет, конечно, окулист может выписать только очки. И что, в очках ходить буду? В очках ходят только те, кто плохо видит. А ты ведь хорошо видишь, правда? Конечно! Ну, тогда тебе вообще нечего переживать. Давай, иди собирайся, а папа тебя отвезет к доктору. Хорошо, я там сумочку выберу. Давай, давай, папа тебя будет ждать. Ну все, Амелька, приехали. Давай скорее пойдем проверим мое зрение и уедем отсюда. Не люблю больницу. Доктор, к вам можно? Конечно, проходите. Проходите, проходите. Может, вы сразу напишите, что я хорошо вижу, и мы пойдем? Нет, нет, нет. Мне нужно все проверить. Зачем проверять-то? Я и так все вижу. Да? Ну и сколько же я пальцем показываю? Да, 4. 4? Думаю, стоит лучше проверить ваше зрение. Называй буквы, которые я показываю. Мы. Ладно, теперь другая. Кажется, мне все понятно. И что вам понятно-то? Я все правильно назвала. Отпускайте меня, давайте. Мне пора мультики смотреть. Нет. Мультики теперь можно смотреть 15 минут в день. И то только в очках. Я что, в очках мультики должна смотреть? В твоем случае ты их вообще не должна снимать. Папа, проследите, чтобы ребенок ходил в очках весь день. Хорошо, доктор. Пойдем, Амелька, пойдем. До свидания. О, ну что, как дела? Отлично. Нет, плохо. О, что же случилось? Да ничего страшного, Амельке выписали очки. Да? Ну и где же очки? Амель, доставай скорее очки. Не хочу ходить в очках. Надевай скорее, мы тебе самые красивые выбрали. Ну вот видишь, ничего страшного. Ты в этих очках такая красотка. Немного походишь, подправишь зрение, и потом сможешь опять ходить без очков, как раньше. Ой, сейчас стану Минни Маус. Очень на Минни похоже. Это все из-за этих очков. Я в них некрасивая. Ля-ля-ля. Амелия, иди сюда. Тебе тут письмо пришло. А что за письмо? Это от твоей подружки Евы. Стоп. А где твои очки? Ну да, сняла их. Пока платье переодевала. Раз ты без очков, тогда давай я тебе письмо прочитаю. Нет, это мое письмо, там мои секретики, я сама прочитаю. Ну, сама так сама, только иди и очки надень. Ага.
сейчас еще чего. Сейчас прочитаем, что он там пишет. Что, я ничего не понимаю. Ой, почерк у этой Евы. До, ро, ши, ми, мы, мы. Так не пойдет, я ничего не вижу. Ладно, надену очки, только до одну минутку. Дорогая Амелия, жди, я скоро к тебе приеду в гости. Целую. Тю, и это все? Никаких секретиков? И стоило только очки надевать. Ну что, Амелия, прочитала письмо? Конечно, прочитала. А ты почему опять без очков? Мама, мне не нужны очки. Я и так все прекрасно вижу. Если доктор сказал надо, значит надо. Надевай давай. Одни от меня не отстают. Нужно с этими очками что-то решать. О, Амелия, надела очки, молодец. Мам, я пойду во двор погуляю. Иди, конечно. А я уже погуляла. А где очки? Мама, я их потеряла на улице. Искала, искала и не нашла. Бедная, не привыкла еще к очкам. Вот и где-то их забыла. Ладно, не переживай. Походи пока без очков. А завтра мы съездим в магазин и купим новые. Иди давай мой руки. Я покушать приготовила. Давай, давай. Это оказалось очень просто. Завтра еще одни очки потеряю. Входить. Представляешь, иду по двору, а там очки лежат. Поднимаю, они очень похожи на Амелькины. Папа! Амелия, смотри, папа твои очки нашел. Теперь не нужно новые покупать. Спасибо, папочка. Ну все, идите садитесь, будем обедать. Нужно что-то новое придумать, чтобы избавиться от этих очков раз и навсегда. О, есть идея! Мама, спасибо, я покушала. Ага, папа кушает. Папа на очки сядет, они поломаются, я в поломанных очках ходить не буду. Ой, какой вкусный обед был, пора работать. Ого, Амелькины очки, она что, без очков ходит? Нужно срочно ее вернуть. Эй, Амелька, а ты почему свои очки разбрасываешь? Упс, нашел. Тебе же сказали, без очков ходить нельзя. Надевай. Вот так вот. Опять эти очки. И не снимай больше, понятно? Опять мой план не сработал. Нужно что-то новенькое. Закопать, что никто не найдет их. Так. Так. Никто должен не найти эти отчетки. Готово. Амелия, время мультиков. 15 минут. Ура, мультики, дождалась. Эй, а ты почему опять без очков? Без очков ты мультики смотреть не будешь. Иди, одевай. Из-за этих очков я теперь и без мультиков останусь. Так, где же они тут? Где же мои очки?
Я больше вас никогда не буду снимать. Где же вы? Где же вы? Где? Почти. Я вас никогда снимать не буду. Где же вы? Где же очки?